Это наша земля, Россия. Отдадим Чечню, распадется Россия. А Чечне нужна Россия? Подал в отставку генерал-полковник Воробьев Эдуард Аркадьевич, заместитель. Ну, это тот же самый вопрос, это те же самые, как говорится, грабли. Яйца. Яйца только вид сбоку. Да? Главкома сухопутными войсками. Я не знаю, известно ли у вас на Украине такое выражение, но в России оно необыкновенно популярно. Но это ведь, родной мой генерал, это же явно уже нельзя назвать словом бандформирование, это же армия у них. То есть это армия, которая могла бы воевать, по моим подсчетам, спокойно и победоносно с государствами типа Австрии. Я уж не говорю про какую-нибудь Швейцарию и про какие-нибудь подобные кукольные государства. То есть у них армия. Бандформирования с тяжелым артиллерийским вооружением и танками не бывает. Да, если по телевизору показывать будете там троим детям, жене, матке с бабкой, привет большой, да, живой, здоровый.